Итак, друзья, всем привет, добрый день, находимся мы на ловле. Не успел я приклеть роста, только рябину приклеть. Ни корма, ничего, нашу новую паутинку опробуем. Ну и, естественно, прилетел один урагус, снегирь длиннохвостый. Ну, паутина у нас вот так выходит. Вот, все как надо, карманы, все четко, опробуем. Место более-менее, вот урагусик один висит, самчишка. Вот он. Вот это наш первый, так сказать, приход длиннохвостого снегиря. Птица действительно красивая. Вот такой почин. Будем ждать. В общем, друзья, второй заход у нас после часа. Ну, снегирек один. Паутинку мы проверили. Я всегда делаю, если синяя, это 6 метров. Если зеленая, это 4-3 метра. То есть, ну, такой маркировки, распознания, можно сказать. Итак, посмотрим. Снегирек обыкновенный зашел. Вот, то есть, вот вырублена посадочка. Просека, так сказать. Маночки расставлены. Щуры, все как надо. Значит, и чуть-чуть с краю репейничек. Ну, так, 5-6 кустиков. Небольших. Много не надо. Пускай стоят. Щегол есть на мамке. Мало ли. Может, проходящий, это такое дело. Ну и все, в общем, будем пока выключать, ждать еще один результат, дай бог. Как говорится, бог даст, что-то еще и поймаем. Ну, а снегирь как снегирь, то есть вот такого плана. Ну и так, друзья, подошла одна чечеточка, ну, сама по себе скинулась. Вот она, тундряночка одна. Подошла, сейчас ее выпутаю, покажу и отпущу. В общем, выпутали ее, вот она, молоденький чечетик. Птица часто попадается, сама по себе. И обратно куда-нибудь. В общем, друзья, еще один снегирь пришел, уже полтретьего, ну, до трех постоим. А снегирек. Ну и на этом будем завершать сегодняшнюю ловлю. Ну, что-то поймали, и то приятно. Ну так, друзья, мы сегодня немножко поймали, значит. Ну, так слабо. Вот так расположена паутина. Так, приклет за паутиной. Чуть-чуть репешка поставили. Там щур у нас сзади, щур. То, что мы взяли, сейчас отпустим урагуса. Я оставлю Константину. У меня человек обращался. Значит, два снегиря последних. Мы их, естественно, на свободу, так как птица лишняя, ее не стоит брать. Можно было сразу, но думаю, ладно, в конце. Отпустим, пусть вылетают. Вот. Ну, и одного урагуса более-менее такого, живой, как сказать, по цвету оставим. Диковат, но я думаю, что смирится. Ну, вот такие, в общем, пироги. Вот тут я стоял. О, уже сидит снегирь. Сейчас посмотрим, что там у нас он. Один попался. Ага. Ну, в общем, вот такая вот, ребята, у нас сегодня ловля. Ну, неплохой, в принципе, снегирек зашел. Вот такой. Ну и все, всем хорошего, как говорится, просмотра. И пока, до скорых встреч. До новой ловли. Пусть мы немного поймали, а мы что-то поймали, проверили нашу паутинку.